Поднять настроение, посмеяться приехала в Анапу молодежь из разных городов страны. Бессменный ведущий, КВНщик с 20-летним стажем Михаил Гуриков дал старт. Об этой игре можно сказать, что плоских и проходных шуток было мало. Жюри предстоял нелегкий выбор – оценивать команду в целом по одному конкурсу «Приветствие», в котором игроки пытались максимально проявить себя. Итак, представьте несанкционированный митинг курильщиков. Мы против! Еще ни одной шутки не отпустили уфимцы, а зал аплодировал их выходу на сцену. Это одна из немногих команд, название которой отвечало костюмам и сценарию приветствия. Клуб литераторов, который отчитался о выпущенных за прошедший год книгах. Секретные чертежи водородной бомбы, издательство «Предательство». 101 блюдо из молока и селедки, отрывной календарь. Карма, чакры, мантры, башкирская кулинария. Команда «Правила» из Перми удачно пошутила на больную тему отечественного автопрома, за приветствие получив 5,6 балла, разделив третье место с командой «Высокое напряжение» из Москвы. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Вот наша новая моделька «Лада, да ладно!» Да ладно, я сажусь тогда. Обижаете, Владимир Владимирович. Ну, допустим. По итогам двух дней выяснится окончательное количество команд, которые примут участие уже непосредственно в сезоне Центральной Краснодарской лиги. В первый день высшую оценку 6 баллов получила одна команда Московского государственного университета управления «Full House». Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.